Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Грядущие выходные обещают быть насыщенными на культурные события. Подробнее о некоторых из них я расскажу прямо сейчас. 16 ноября в музее Эльдара Рязанова состоится встреча ридинг-группы «Читать кино». В этот раз главный вопрос встречи – как слушать фильм. С участниками поговорят о важности звука в кино и о том, как шум и музыка становятся неотъемлемой частью кинематографического образа. Если вы хотите взглянуть на кино с новой, необычной стороны, присоединяйтесь к обсуждению в эту субботу в 17:30. В воскресенье Центральная городская библиотека имени Надежды Крупской приглашает на встречу семейного клуба «Читаем вслух». Будут читать повесть Анны Игнатовой «Баранчик». Это трогательная история о странном герое, который, несмотря на свою внешность, вызывает восхищение и переживание. Приходите всей семьей, чтобы вместе насладиться этой захватывающей и поучительной книгой. Встречи клуба состоятся в 13 и в 16:00. В Самарском литературном музее проходят встречи на уютных вечерних мастер-классах, где есть возможность пообщаться с близкими по духу людьми, узнать что-то новое из истории моды, культуры и искусства и сделать своими руками сувенир, который можно унести с собой. В это воскресенье гости сделают тканевую закладку в технике батик. Также всех участников угостят ароматным чаем. Мастер-класс начнется в 16:00. А в театре «Камерная сцена» уже подготовили программу на декабрь. 6 декабря покажут спектакль «Прошлым летом в Чулимске», рассказывающий об одном невероятном дне из жизни маленького таежного городка. 7 декабря на сцене «Страдания юного Вертера». Пьеса поднимает вопросы истинных и ложных ценностей и важности жизненного выбора. 8 декабря «Не сошлись характерами» по пьесе Александра Островского. Комедийный сюжет об обнищавших дворянах Прежневых, втайне мечтающих выдать сына за купеческую дочку. 21 и 22 декабря зрителей ждет премьера «Есенин. Осколки разбитого зеркала». Спектакль театра покажет великого поэта с неожиданной стороны. Здесь не будет выдуманных событий, так как в основе пьесы – воспоминания современников Есенина, его родных, друзей, жен и возлюбленных. Театр надеется рассказать о русском гении ярко, нетривиально и захватывающе интересно. Приобрести билеты и узнать больше можно на сайте театра «Камерная сцена». На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.